Действие начинается. Добрый день, дорогие друзья!
завершен. Со счетом 2-1 у нас победу одерживает команда «Дюж-7». Ну, такой у нас получился матч забойный, да? Наверняка вас только итоговый результат не порадовал. Да, конечно, результат не порадовал. Игра была хорошая, достойная два соперника. Я считаю, по накалу страстей это самая, наверное, интересная вообще игра была на турнире. То есть и шла атака на атаку. Ну, а почему проиграли, это первая причина, что я считаю, что не реализовали свои моменты, потому что выходим 2 в 0, 2 в 1, не отдаем передачи. Каждый на себя пытается взять инициативу, а в таких ситуациях надо просто сыграть, отдать на пустые ворота и забивают гол. Вместо того, чтобы сделать 2-1, пустые ворота мы не отдали. Максим Долгуля не отдал передачу, мы получаем гол со штрафного. Ну, считаешь, сегодня же самая интересная игра была турнира. Мы наше послематчевое интервью проводим героем сегодняшнего матча, Алиной Городецкой. Алина, тебе сегодня удалось забить 2 гола. Один из них оказался победным для твоей команды. Какие твои эмоции после игры? Ну, эмоции очень, конечно, почти такие сильные. Радость хлыщет прям, адреналин в крови. Ну, я думаю, что вот сейчас мы говорим о том, что есть такая заочная дуэль между тобой и Полиной Бариновой. У нее сейчас 3 забитых мяча. У тебя после сегодняшнего матча стало тоже 3 гола. А вот дуэль для тебя больше значит, чем все-таки командная победа? Или важнее все-таки командный результат для тебя? Ну, конечно же, хочется тоже стать лучшим игроком вообще турнира. Конечно, победить в дуэли, но и командная игра выиграет же команда, а не один игрок. Так что... Ну и еще такой вопрос уже завершающий. Ну, эмоции еще все-таки не остыли после сегодняшней игры. Я думаю, что вся команда сегодня радуется этому результату. Но впереди важные матчи. Вот как ты будешь готовиться к последующим играм? Расскажи нам. Я буду настраиваться на победу, конечно же, на хорошую игру, много тренироваться, чтобы стать лучше и лучше. И, конечно, хочется очень выиграть. Будем стараться. Ну, я желаю тебе удачи. Спасибо большое.